смотреть. Нет, я буду смотреть, я. Привет, Давид. Класс, сегодня будет полуфинал шоу «Голос». Ты так радуешься, как будто сам будешь выступать. Нет, просто интересно посмотреть. Если хочешь, со мной тоже можешь посмотреть. А у меня сегодня вечером будет мой любимый мультик. О, класс, какое совпадение. И ты будешь смотреть, и я буду смотреть. Поставь будильник, чтобы мультик не пропустил. Тебе что, так важно посмотреть этот мультик? Да. Тебе что, он сильно нравится? Да. Нет, это мне больше всего нравится. Это же полуфинал. Это очень важно посмотреть. Ну что, подставишь? Хорошо, и твой будильник поставлю. А у тебя во сколько? Ну, у меня мультик 8 часов. Хорошо, а у меня в 20:00. Стоп, подожди. 20:00 и 8 часов – это одно и то же. Как же мы посмотрим, если у нас один телевизор? Да, это точно, у нас один телевизор. Слушай, давай так, я сегодня важную программу свою посмотрю, а ты завтра свой мультик завтра посмотришь, потому что его там наверняка будут повторять. Чего это вдруг? Это ты завтра в интернете посмотришь. Нет, Давид, я именно сегодня должен посмотреть, чтобы завтра все с друзьями обсудить. А ты свой мультфильм можешь посмотреть и послезавтра, и завтра. Ситуация в мультфильме не поменяется. Я не могу пропускать мой любимый мультик. Это еще чего? Ты же знаешь, если я не посмотрю мультик, я буду плохо спать. Ты от своих мультиков тоже плохо спишь. Ладно, разберемся, кто будет смотреть. Так, ставлю будильник на 8 часов. И иду делать уроки, чтобы потом ничего не отвлекало. Да, ты тоже сиди, пиши. Ты что, уже делаешь уроки? Только пришел. Сегодня особенный день. Полуфинал шоу «Голос». Ты надеешься смотреть? Во сколько будет? 8 часов. Так, 8 часов. Это как раз же, когда Давид любит смотреть, да, свои мультфильмы? Угу. Артур, не отвлекайся. Когда делаешь уроки, да не сейчас. Отвлекайся. Сейчас. О! Алло, привет. Ты тоже ждешь это шоу? Да, я тоже жду. А кто знает, где зеленый фломастер? Ау, где зеленый фломастер? Где зеленый фломастер? Да я откуда знаю зеленый фломастер? Может, у Артурчика здесь? Сейчас давай в пенале посмотрим. Так, зеленый карандаш есть, фломастера нету. Посмотри в портфеле, там лежит. Класс. Ах так. Не ожидал от него такого. Тогда он тоже не посмотрит. Я тогда спрячу. Давид, ну что, нашел зеленый фломастер? Нет. Пап, сделай мне бутерброды. Артур, не сейчас. Ладно, сам сделаю. Не понял, ты что, пульт? Это значит, Давид его нашел и решил перепрятать. Сейчас я его спрячу получше.
Опять он пульт прятал. Пойду заберу. Что, нашел, перепрятал? Пойду искать. Куда ты спрятал пульт? Где же пульт? Не знаю, тебя подальше. Это что, уже 8 часов? Да. Я буду смотреть. Нет, я. Я буду смотреть, я. Нет, я. Нет, я. У меня полуфинал. А у меня мультик. Посмотрю. Yeah. Стоп. Ребята, ну как вам не стыдно? Это разве стоит того, чтобы так ссориться? Ты хотел смотреть мультфильм свой, да? Mm-hmm. Артур хотел смотреть свое шоу. Да. Yeah. Это еще раз доказывает, что детям смотреть много телевидения нельзя. Мы поэтому не будем смотреть мультфильм. Правильно! Но и твое шоу мы тоже смотреть не будем. Почему? Да потому, что у тебя полуфинал, а у меня финал по футболу. Поэтому смотреть телек буду я. Вот как раз начинается. Класс. Жалко, но мультик я уже завтра посмотрю. Да и я свое шоу в интернете завтра посмотрю. А что сейчас будем делать? Не знаю, как ты, но я лично пойду с папой футбол посмотрю. Круто, я тоже пойду. О, вы тоже? Ага. Смотрите, уже представление команд.
Друзья, напишите в комментариях, что вы больше любите смотреть, YouTube или телевидение. Поддержите нас лайком и подписывайтесь на наш канал. Always on the show, so they know that I still got it. And I never feel sorry, yeah, to fuck the world.